Несколько лет назад в Каспийске по адресу Ленина, 35, был построен сквер по просьбе жителей города. Недавно жители Каспийска снова обратились за помощью в реконструкции данной территории. Так, силами председателя собрания депутата города Каспийска Абдулвахида Джаватова сквер был обновлен. На сегодняшний день у нас там есть садовник, которому он оплачивает с личных средств. Очень красивый парк, очень много людей гуляет, освещено. Отметим, что реконструкция на участке была проведена в течение 4 месяцев. На сегодняшний день аллея процветает. И здесь всегда множество народу, которые наслаждаются свежим воздухом. Изначально было выровнено, были удалены все камни, строительный мусор и так далее. Далее был завезен грунт с Карабудахкенского района, черный грунт, чернозем. Были высажены плодовые деревья, далее березы и так далее. Посажена газоновая трава. Своевременно ее обслуживают, эту траву, то есть косят. Кроме того, на данном участке некие недоброжелатели разбили плафоны фонаря, из-за чего на территории пропало освещение. Совсем недавно председатель собрания депутатов Абдулвахид Джаватов выделил средства и рабочую силу для устранения проблемы. Теперь в парковой зоне снова есть освещение.